Кстати, в учредительной видении я взял тоже аппарат при необходимости встретить уже на большом. Не знаю, это Симон, по-моему. Да, походу там плохо. А снег сливается с небом, как будто с воды. Белое, да, ну, цвет неба и цвет снега. И на месть направь свой топ. Пророков услышь глаз. Дай холокост мудрость пройти испытание в нас. Слово «память» очень непростое слово. Память – это то, что нельзя у нас забрать. Людей забирали имя, имущество, матерей, детей. Людей забирали жизнь. Только память забрать каждый год. Мы собираемся в подобных местах. Их много, они разбросаны по всему миру. Чтобы сказать, мы помним. Чтобы сказать, народ Израиля жив. Я благодарю организаторов этой церемонии. Потому что сегодня мы подарили продолжение жизни людям, которые лежат здесь. Если люди останутся живы в нашей памяти. במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. ולנשמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, שנשפטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם ומרשימם. באושוויץ, מיידנה, טרבלינקה, דרוביסקיה ובשאר מחנות ההשמדה, ומסרו את נפשם על קדושת השם. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים,
ויצרור ויצרור החיים את נשמותיהם. וגן עדן תהה מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Thank you.